Привет. Мы продолжаем проходить Fatal Frame четвертую часть. Значит, нужно нам по заданию. Хорошо, всегда эти меня забавляли. Обыщите территорию. Пойдем, обыщем территорию. Если я правильно понял, мы же в клинике, да, вроде до сих пор находимся. Все, пойдем. Кстати, давненько скримеров не было. Так, что-то нашлось. Что-то где-то, а где это? Где-то шарик, он, скорее всего, наверное, вот за этой ширмой. Ага, между кроватями. Ну давай мы сейчас еще поподробнее смотрим. Такое ощущение, что где-то... как его, китайские колокольчики звонят. Оп. Забираем. Записки пациента. Нашел тетрадь под кроватью. Кто написал? А, это написал пациент. Вчера произошло нечто из ряда вон выходящее. Когда я лежал, задыхаясь от мучительной боли, вызванной роем черных насекомых, ползающих внутри моего тела, я заметил луну. Я протянул руку, чтобы коснуться этого мягкого света, пронзающего тьму. И тут я понял. Я стоял на крыше, собираясь перелезть через перила. Еще один шаг, и я бы упал навзничь. Но мне почему-то не было страшно, когда я это понял. Если вы спросите меня, то в ночи, когда луна полная, все возможно. Убийство любимого человека, решение покончить собственной жизнью, все прощается. Я уже знаю трех пациентов, сбросившихся с крыши при полной луне. Интересно, последую ли я за ними. В общем, у нас записки суицидника, да? Но, кстати, история умалчивает, действительно ли он бросился или нет. Но если уже были прецеденты, соответственно, уже люди порхали. Это неудавшиеся Карлсоны, короче, я так думаю. Чик. Оп, а кто это такой? Мужчина стоит перед комнатой. А у него маска какая-то или что? Так, ну, если мне туда... Вот в эту дверь. Давай-ка мы вперед чуть-чуть пройдем. Пора, говорит, лечиться. Давай, давай, лечиться. Директор зовет Мисаки. А, теперь что-то я затрудняюсь сказать, в какую сторону мне конкретно надо. Так. Угу, ну эта комната пустая. Ну ладно, тогда давай... За мужиком проследуем сначала, а потом пойдем за доктором. Будем надеяться, что тут закрыто. Нет, тут не закрыто, но, по-моему, комната... Угу, тупиковая. А что тут красно все горит? Вот правда, чем-то мне это все дело Silent Hill напоминает. Вот прямо леса и все такое, вот эти кроватки. Туда она не может заглянуть. Ладно. Давай, раз. Два, три. Забираем. Фрагмент неотправленного письма. В записях говорится о посещении острова Рагетсу в начале века профессором Кунихико Асо. Он изобрел различные устройства для общения с мертвыми, но их эффективность так и не была доказана, и в наше время его теории рассматриваются как лженаука. Читая его записи, я обнаружил, что многие его мысли были связаны с масками этого острова. Некоторые из его идей разрознены и непостоянны, но многие смелы и увлекательны. Ну, ниже не могу опустить. Человек легко поддается такому влиянию, как, например, когда человек видит, как кто-то смеется, и ему самому хочется смеяться. Профессор Асо называет это эмоциональным переносом. Он считает, что маски улучшают этот процесс, контролируя эмоции тех, кто их видит, так же как луна представляет внутреннее. Маски представляют отдельные состояния ума. Профессор описывает свой опыт видения девушки, которая, несмотря на то, что никогда прежде не брала в руки флейту, заиграла мелодию на ней сразу после надевания маски. Его теория заключается в том, что маски либо стимулируют определенные части бессознательного разума, либо ведут себя как носители воспоминаний.
Идея о масках как о средстве передачи воспоминаний безусловно интригует. Далее профессор предполагает, чтобы маски позволяли делиться опытом, подобно современной беспроводной связи. Короче, маски — это типа у нас Bluetooth, короче говоря. Он теряет меня, когда начинает говорить о том, что конечным общим опытом является смерть, но остальная часть его теории является очень интересной. Профессор Асс использовал искусство и материал изготовления масок на острове Рагец для создания своей камеры обскура и пленки, которую она использует. Камера находится в музее Асса. Я бы очень хотел взглянуть на нее и узнать, действительно ли она обладает такими способностями, которые приписываются ей в этом документе. Ну, это действительно работает. Дядька там... Где? Чего? Что-то где-то появилось, какой-то призрак, но я почему-то не смог его засечь. Контейнеры с лекарствами разбросаны по кровати. Запах мази пронизывает окружающее пространство. Ну, хорошо, что не с маски. Слава богу. В шкафу полно старых бинтов, ножниц и пинцетов. Вот этот поворот. Но что-то тут на операционную какую-то не очень-то похоже, скорее... Процедурный какой-то кабинет. А, вот. Что-то я думаю, то что тут кто-то есть. Да вот только плохо их видно. На, бам. Блин, надо пленку получше поставить. Их двое. Так, на дядьку я, наверное, поторопился. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ребят, не зажимайте в углу. Я вот не помню, виделись мы с этой дамочкой или нет. Но, по-моему, она какая-то знакомая. Вот этот мужик у нас в дверь смотрел. Их тут несколько? Мне вот с куклами тоже этот момент непонятен. То ли их можно собирать, то ли не можно. Но я 100 тысяч на это дело потратил. У него какая-то мега сила появилась. В который раз вижу такую фишку. Еще кто-то есть? Где он? А, вот он. Здрасте. Оп. Нифига, он ломанулся на меня. Но я был быстрее. Самая быстрая камера обскура на Диком Западе. Все, я могу отсюда выйти. Наверное, это все-таки мегаушки дали мне такую силу. Ладно, с чего выходим. Больше тут делать нечего. Подрались, почитали записки. Ну, сейчас, в принципе, так и будут они это все делать. Сюжет, записки, драка. Боссов, по-моему, в этой игре уже не предусмотрится. Ну, как бы не будет, мне кажется. Но это не точно. Угу. Ну, я его видел. Жалко, он не попал в объектив. А, вот, вот и он. Здрасте. Мне прям за ним надо. Директор спускается по лестнице. Блин, а я его щелкаю, как дурак, этим... крутым, крутой пленкой. Надо бы пленки, я думаю, прикупить. Хорошая, говорит, девочка. Подожди, подожди, мужик, давай, давай, давай. Я очень медленно спускаюсь. Оп. Все, и дядьку поймали. Директор идет в смотровую комнату. Подожди, директор. Сейчас мы за ним обязательно придем. Так, ну, травяную медицину мне точно не надо. А вот эти пленочки, пожалуй, мы возьмем. Сколько штук? Ну, давай на сотню. 16. А все, типа, я больше купить их не могу, что ли? Видимо, на, я максимальное количество пленки купил для кармана своего, типа, больше не влезает. Хотя, по идее, в ее платьице, по-моему, мало вообще что влезет. Скорее всего, она даже еле туда жопку свою втиснула.
Но мне сюда надо идти. Больше ходов тут нету. Смотровая комната. Какая именно из них? Не знаю, по мне так они тут все одинаковые. Ширмы, да, пойди какого. Ну, тут тряпки всякие висят. Да, кровати стоят, больше ничего. Ну, заглянем в регистратуру. Там ни разу попадалось что-то полезное. Видимо, все, лимит исчерпан. Мне интересно, мы за мужика будем играть или нет? Хотя у него прошлая глава за него была. Эта глава, когда закончится, будем за другую девчонку играть, которая в Садома за костюмами бегает. Здрасте. Директор входит в дверь. Я вообще не понимаю, зачем призракам двери? Они могут и так нормально просачиваться. Вон, его же ничего не напрягало. Так, ну и в принципе-то все, да? Да, тут пустая комната. Все было украдено до нас. Пошли, короче, он меня тащит в этот, либо в кабинет свой, либо вниз, там, где у нас... Да, он в кабинет. Давайте начнем лечение, говорит. Да, он в кабинет свой ведет. Там не очень драться удобно, я вот что помню. Там какие-то столы, опять ширмы. Ну ладно. Так. Ну, может быть, он вот прям сюда зашел. Что-то есть. Два предмета. Так, давай, оп. Два, три, мое. 10 камней. Хорошо. Сейчас, кстати, глянем. 2 и 3. Сейчас глянем, может быть, по прокачке можно что-то сделать. Медицинское досье Мисаки Асо. А, ну это подружка. Мисаки Асо, женщина 7 лет, комната 310, убывающая луна. Синдром лунного света пациентки показал некоторые признаки улучшения. Но лечение было более трудным, чем ожидалось, из-за дополнительного фактора высокого духовного потенциала. Ее случай тяжелый, судя по аналогичным случаям, таким как пациентка, находящаяся в изоляторе, остановить чего-то там ниже не могу пролистать. В этой комнате еще что-то есть. Не могу понять где. Значит, вот тут. Оно? Нет. Сейчас будем смотреть, может быть, на полу. Тоже нет. Тут надо же иногда, блин, просто несколько раз пройти мимо объекта, чтобы он хоть как-то подсветился. Угу. А нет, все равно он. Что-то я не понимаю, то появляется эта палка, то исчезает. В чем дело? Ну давай вот до этого прибора нажмем. Изучить. Ага. Что там как-то нажимать надо? Да, на круглую кнопку. Чик. И дверь должна поехать. Все. Очень похож мужик на портрете на Чехова. Анатолия Павловича. За книжным шкафом что-то зашевелилось. Так. Все равно эта штука по-прежнему светится. Либо это шкаф, либо это предмет. Ощущение, что он где-то в углу. Ну-ка, давай, подожди, мышкой попробуем детально более рассмотреть как-то. Вообще никак. Ладно, открываем дверь тогда, чё. Так, и за стенкой, да, тоже ничего. Мне вот просто интересно все-таки, где же этот предмет, если он есть вообще. Вот он вжухает, и он появляется в этой комнате, но его тут нет.
Где искать-то? Какой-то из шариков не подсветился. Но у нас все предметы были вот либо на этих стеллажах, либо на столе. На одном, либо на другом. Все. Еще вот здесь были предметы. Нет, нет. Ладно, просто идем. Возможно, это просто как взаимодействие горит, поэтому так. Не знаю. Здрасте. Очистите свой разум. А, директор Хайбара и Мисаки. А, ну слушай, такое ощущение, что это и Мисаки. Ой, валить надо. Такое ощущение, что это и Мисаки тут лоботомию делали где-то. Так, пленочку давай, чик. Где тетя? Вот она. Так, ей треснуло. А, не очень-то хорошо ей треснуло. Лайтовенько как-то. Либо у нее жира много. Угу. Она прям побежит на меня. Ну ладно, немного урона-то мы можем себе позволить. А где Fatal Frame? Надо держать подольше. Тетя, вы где? Вот он был, Fatal Frame. Ну как я должен был понять? Как я должен был поймать ее на этот Fatal Frame, когда она только руку из стены выкинула и все? Давай держим, наверное, да? Давай, ну давай. Понятно. У меня почему-то нервов не хватает. Вот это точно не очень. Тетя, вы где? Ну где? А, нас сзади. Вот он. Давай попробуем подольше подержать. Она, короче, как рыба тебя водит просто тудым-сюдым. И никакого Fatal Frame. Ну и чё, где? Понятно, как обычно сзади. Вот тут где-то она. Вон она. Ай, давай так добьем. Сейчас какой-то прям получше последний выстрел был. Что-то там накидали какой-то из стаков каких-то. Так, с тети выпало что-нибудь? Вот там под кроватью есть. И на кровать. У нас прям огромный улов. Мисаки Асадовсия. Также 7 лет прошла неделя после провала обряда спуска. Благодаря избеганию внешних стимулов и купанию в лунном свете колодца лунного свечения состояние органов стабилизировалось. Однако Мисаки все еще держится на волоске. Ее состояние может внезапно ухудшиться по любому числу. Наверное, в любой день имеется в виду по переводу. Ну, у нас же трудности, да? Машинных переводов. Невозможно предсказать, что может это сделать. А, что может, типа, ухудшить, да, ее состояние. Звуки, запахи, слова, фазы луны. Мы многого еще не понимаем. Но вероятность того, что воспоминания о событиях, предшествующих обряду спуска и включающих его, станут тем, что подтолкнет ее к краю, остается высокой. Ну, то есть, она... Что-то может ее стригерить, и она, в общем, пойдет прыгать с крыши, возможно, так. Во время наблюдения за ней она неоднократно поднимала руку к моему лицу и гладила его. Похоже, она не совсем потеряла память.
Ишь. Блин, я опять крутым кадром треснул. Девушка наблюдает за Мисаки. Так, ну у нас сейчас драк-то, наверное, не будет никаких, поэтому давай-ка мы обычную пленку поставим. Да, тянуться. Нулевая линза. Что она делает? Толкает призраков назад, замедляет на определенное время. Вот это вот при использовании делает более мощный снимок, средний. Ну, давай, наверное, попробуем. Только, блин, ее нужно, наверное, прокачать же, да, по-любому. Так, мне ни на что не хватает. Здесь то же самое. Линзы дают, камней не дают. Вот в чем проблема. Смысл тогда мне эту линзу ставить, правильно? Эту давай поставим, которая прокачана хоть как-то. Так, тут все у нас. Наша подружка, да, куда-то заходила? Вот где-то здесь она тут. Пырит, говорит, на меня. Пырит и идет куда-то. Она ниже пошла. А ниже там у нас получается проход. Окей. Споки-ноки, как говорится. Ладно, пойдем ниже. Ну, тут будет проход в этот, как его. Да-да-да, к алтарю туда. Кстати, тут тоже еще те катакомбы. Фиг. Подземелье направляется. Она как это, она как ленивец ходит медленно. За эвкалиптом, походу. Так, а вот это кто кричит? Угу. Кто-то орал. Ладно, пойдем вперед. Кто хотел бы, уже давно напал, по идее. Но это лифт, который, кстати, все время внизу. На нем же этот детектив катался. Я чему-то могу научиться. Мисаки ведут. Куда? Ну тут особо вариантов-то немного, как бы. Выхода-то два. Так, дружок, ну давай. Бам. Вот мы его замедлили на два шарика. Бам. Плохо то, что мне правое ухо какая-то падла там еще дышит. Ну вот. Давай бегать. Оп, подожди, фатал фрейм был. Двоих сразу. Правда, что-то как-то задело плоховато. Да-да-да, и тетку дамажим тоже. Отлично. Блин. Почему сейчас быстро начала шкала набираться? Тетя. Вот она. Чик-чик-чик, дергается вся. И, ну да. Фатал фрейм мне просто не дают сделать. Вот и все. Не дураки, что ли? Давай сожрем что-нибудь. Медицина, да? Пойдет. Так, ребятушки, аккуратно. Короче, будем щелкать их так. Вот так вот потом фрейм у каждого выкруживать. У тебя просто здоровья не хватит. Интересно, сколько тут призраков вообще? Двое или трое?
Не знаю, трое. Все понятно. Ну-ка давайте, групповое фото. Как в 9 классе. Бам. Сколько их еще? Двое. Но этому точно много не надо. И тетя улетает. Кстати, тетка самая жирная оказалась. У нее просто кость широкая. Так, а теперь она типа может со всех сторон напасть? Я вижу. Вот так. Все. Нет еще? Нет, еще не все. У нее там жизни-то осталось. Включу, короче. Все, наконец-то. И чего? Вот этот шарик, да? Мы что, за ним шли? Пленка? Серьезно, тип 14. Самую дешманскую пленку дали в игре. Жадина говядина. Легенда о лунном колодце. Те, кто проходит обучение в первобытном проходе, является являющимся глубокой пещерой, как подобает его названию. У лунного колодца, пока дух возвращается в тело, такое обучение приводит к тому, что они теряют себя и форму своих душ. Так некоторые отцы остаются пустыми. Если не вернуться в этот мир с такой пустотой, они могут расцвести. И только свет луны может вернуть их духи. Наверное, их души все-таки. Поэтому приведи таких тел. Пойду. Блин, я что-то вообще не могу составить это предложение. Поэтому приведи таких тел к лунному колодцу, будучи тем местом, где хранится свет луны. И в нем ты сможешь найти духов. Короче, к колодцу всех ведите, и будет норм. Будет вам счастье, и все получится. Ясно, те, кто став пустым, теряет себя, должны искупаться в лунном свете в колодце лунного сияния. Таким образом, хотя и потеряны, они смогут быть восстановлены. Короче, гигиену нужно соблюдать вот в этом колодце. Вот оно. Тот день. Батя ее утащил, да? А это не она? Или не батя ее? Это Мисаки. По-моему. Тот день меня привели сюда. И? Я оставила кое-что важное. Я должна найти это. Моя драгоценность. Я должна вернуться. А ее призрак ходит за драгоценностью, что ли? Что за драгоценность? Трунь и конец главы. А нет, флешбэк. Мы вернулись. Если я последую за ней... Я должна что-то вспомнить. Так, в объектив она не попадает. Быстрее. А чё не попадает? Сейчас же она... О, чётко стоит. Девушка направляется куда-то. Так, пусть направляется, подожди. Не... Мы должны прям за ней идти. Я думал рядышком что-то поискать, может что-нибудь интересное будет. Ладно, идем за ней. Как они медленно и вальяжно все ходят. Прям как в новом Бэтмене, кстати. Там. Что там? Ну, я понял то, что мы только туда идем, потому что, ну, как бы дальше тут просто некуда. Так, а в чё передо мной двери-то закрыли?
Что-то неуважение. Колодец? Да. Да здесь был ритуал. Тут пляски были в центре. Или это вода? Мне в центр надо. Так, она одна из пяти девчонок. Надень эту маску. Эту маску я тебе сделал. Ты станешь органом в обряде спуска. Наверное, прям органом вряд ли такой прям перевод был. А ей типа эта маска в детстве помогла с ума не сойти, что ли? Как защита сработала. А вдруг? А вот это босс. А вот это босс самый натуральный. Ну, жира маловато для босса. Пойдет. Так, давай-ка, а то она что-то приближается тут. Надо как-нибудь встать поудобнее. Так, она медленно бегает. Сейчас вот надо бежать, бежать, и потом резко повернулся, сразу же. Оп, фотоаппарат. Вот так вот. На-ка. Бам. И пойдет. У нее еще немного здоровья есть. Так. Это та, которая в центре танцевала, тетка. А, так это ее подружка и есть. Она ее типа излечила, что ли? Вот что фотоаппарат животворящий делает. Да, вот так. Она куклу потеряла. Мия. Так ты наконец-то вспомнила. Как ее зовут? Сакуя. Да, это я. Вот тут непонятно, с сегодняшнего дня она будет Мисаки. Давайте называть ее Мия. Я запутался в именах. Она это ты. Заботься о ней. Но это ее мамаша. Отец ее за руку таскал. Вот непонятно, то есть, то ли он вел ее на обряд, то ли с обряда вел. Пока она у тебя есть, ты не станешь такой, как я. Танцовщица, что ли? До свидания. Сайонара, говорит. Мия. Мия, это я. Ты это я. Мы вместе. Кто из них Сакуя, кто из них Мия? Блин, я уже запутался реально. И Мисаки еще, кстати, имя промелькнуло. По-моему, это тетка, которая на кровати с ней сидела, куклу дала. Она же не постарела. Привет, Татьяна. Спасибо, кстати, за спонсорку.
и она вырубилась. У нее что, типа, что, эмоциональный шок или что? Ну, это конец главы-то определенно, да. Короче, у меня, по-моему, концовка этой главы только одни вопросы вызвала. Что там, какая глава? 10-я, по-моему, да? Всего 12. Нахлынули детские воспоминания. Дом, где живет ее семья, ее мать Саяка, ее отец. Мастер по изготовлению масок Соя, лицо которого она до сих пор не может вспомнить. А, ну это про вторую девчонку, получается, речь идет. Возвращаясь в реальность, она находит маску Органа. Или Органа. Не знаю. Сделанную ее отцом. Так, а. Вот сейчас то, что были видения, ей же отец давал маску. Возвращаясь в реальность, она находит маску Органа или Органа, не знаю, сделанную ее отцом. Эта же маска была наложена на лицо Руки ее похитителем 10 лет назад. Читая дневник матери, Рука узнает, что Саяка подозревала ее мужа в том, что он планирует использовать пропавших девочек в каком-то ритуале, а также в причастности ко всему инциденту с похищением. Рука теперь знает, почему ее мать оставила отца, но когда она стоит в пещере... Ниже никак, к сожалению, не прочитать. Но это вот сейчас вот этот текст поясняет, типа, нам, что Саяки, Руки. Ой, ладно, все, давай дальше. Потому что, по-моему, чем больше у меня вопросов, тем больше вопросов становится еще. Они как-то растут больше в геометрической прогрессии. Мне кажется, что я была здесь всегда. Кстати, часто в видениях девчонка только одна поворачивается из пяти. Но кто из них кто? Твоя мама послала меня. Это детектив. Все будет хорошо, говорит. Мне кажется, что в этот момент я растворился в ничто. Растворилась. В ничто. Твоя мама послала меня. Все будет хорошо. Возьми это. Это тоже маска? Это кусок маски. Определенно. Потому что, ну, как бы, лобная часть осталась. Но силуэт это явно детектива. А что 10 лет назад видения были, что в нынешнее время его показывают. Он пиджак этот так и не менял. 9 глава. Рука Миназуки. А мне туда опять к алтарю надо идти? Этот же мужик только что 5 минут назад другую девчонку за руку вел. Он что, всех вводил? Меня забрали сюда, откуда-то. Я помню, как шла по темной тропинке. Посетите место из вашей памяти. Так, ну ладно, окей. Но мне определенно к алтарю надо. Сразу беремся. Оп, неплохо так прилетело им. Интересно, а почему у них с гарпунами? Как бы это не очень вяжется хорошо с тематикой. Рыбаков вроде нет. Давай,
Где он? А, вот он, все время сзади был. Давай на линзу, да, его какой-нибудь встретим. Вот так тебе. 25 тысяч сразу. Бум. Ничего себе, ему прилетело просто. С одного удара. Хорошая линза, слушай. Все, тут больше ничего нету. Если сейчас босс будет, а я весь удар просрал. Ладно. А мы здесь шли? Сейчас девчонка, я помню, как меня провели через это место. Сейчас девчонка просто вот эти ворота открывала и сразу же... А, нет. Там по-другому было. Давай зеленки накупаем на все, короче. 16 штук. Неплохо. Так, травяная медицина, да, тоже. На остальные просто затариваемся. 18. Ну, я думаю, мне хватит. Так, у нас же вторая девчонка, она у нас проходила вот сюда. А если спускаться вниз, то там тупик. Хотя меня не получается ведут туда. Ладно, потопали вниз. Что-то немного все равно меня вот эта история сбила толку. Кто кому куда приходится. Надо же учитывать того, что у нас все персонажи еще в разные временные промежутки бегают. Упавшие камни преграждают путь. Есть небольшое отверстие, возможно, через него пролезть. А детектив, кстати, отказался. Он бы застрял там, как Винни-Пух. Здесь достаточно места. Ну, так пролезть, да. Главное, колготки не порвать. Если они есть вообще. Если бы я вернулся назад, я то максимум мог бы только упереться в лифт, кстати. Вот здесь я уже не был. Танцовщица. Рыца, рожь, овес, овсица, танцовщица, танцовщица. Давай сюда посмотрим, что-то есть. Нету. Справа если или слева обходить. Ладно, давай справа пойдем. Я думаю, что все-таки оно как-то... Нет, слушай, может быть и не по кругу. Священная вода. Отлично. Точнее, не священная, а святая вода. Оп. Я успел? Трепещущий островитянин. Так, ну я успел хотя бы пленку переключить. Так, вот тут поаккуратнее, кстати. Давно руки меня не хватали. Оп, оп. Записка, оставленная рыбаком. Она идет. Все, кто видел ее, расцвели. Этой женщиной, теми двумя мужчинами, этой женщиной и женщиной, и этой женщиной, эта женщина. Чего? Эти записки могут мозги так взорвать просто. Машинный перевод, конечно, дело такое. Мы пришли сюда, чтобы уйти от нее. Но она идет, ее лицо. Лицо не видно. Не видно лица, и так вот несколько раз написано. Мне бы главное скрипт не словить, чтобы еще с другой стороны постараться обойти. Интересно, что там может быть. Ага.
тупик. Испуганная... Ну, это испуганная островитянка. 2000, кстати. О, тихо, тихо, тихо. Я чуть бы серьезную пленку на нее не израсходовал. Так. Давай, наверное, в принципе, тип 14 потратим. Это не сложный моб, так что нормально. Так. Где она? Вот. Она медленная, так что нормально. Сейчас потихонечку ее отработаем. Ну ничего, тетя, вы где? Классика, она за стенкой. Оп, потом прыгнул. Вот сейчас я ее попал на потом фрейм. Давай-ка чуть вперед. И это еще не все. Иногда у них такие просто миллиметры здоровья остаются. Думаю, что ты уже все убил этого призрака. Но нет. Так, а она что-то охраняла вообще? Нет. Давай-ка мы вот такую пленочку поставим. Сейчас, наверное, так и будет, то, что у нас будут попадаться видения призраков. И потом сразу же драка с ними. Примерно так оно будет. Только мне интересно, куда они меня ведут. Драться с этой танцовщицей, которая в середине круга-то прессала у нас на ритуале, или нет? Когда-то мы должны по-любому будем с ней подраться. И это, скорее всего, будет финал, но до финала так-то еще сколько? 3 главы. Так, вот шарик берем. Пленка 90. Вот это хорошая находка вообще. Вот это прям вообще вскопыт просто. То, что надо. Так, здесь пусто. И мы еще вход какой-то наверх есть. Но. Это за лабиринт это вообще. Ладно, давай сюда, пока не поднимаемся наверх. Ага, тупик. Дальше. Еще один ход. Да вы серьезно? Угу. То есть был какой-то ритуал. Тетка потеряла сознание и всех перебила. Так, надо назад вернуться. Сколько раз я с ней не встречался, я от нее только убегал. Так, и по логике вещей. Мы сейчас должны будем пройти там, где было видение. Вот где она за дядькой шла. Вот. Эти решетки. А вот здесь будет с правой стороны лестница. Правильно? Да, вот она. Все. То есть у нас все это вместе как-то, ну... Ходы эти сливаются, короче, в один поток. Но тут же нет никого. Куда идти? Ход один есть. Что ей мешало, да, просто взять и сигануть через перила?
А, ну ход, единственный ход, это вот получается здесь, за этой решеткой вниз. Спускаешься с лестницы и по прямой. И все, и вот ты заходишь в этот центральный зал, короче говоря. Там, где у нас эта церемония была. Вот тут проход. Да. Ну, если такая большая арена, то, скорее всего, сейчас и драка будет. Вот здесь что-то постоянно светится. Я не могу понять, где именно. Кстати, мне не зря пленки дали. Который тип 90. Сколько у меня штук ее? 4. 4 выстрела мне 90 и дали пленки. Не густо. Вообще в других играх у нас же получается в других частях была пленка 14. Это синяя. Потом была зеленая. Это что там 60, по-моему, да? Да, 61. Потом была еще 76. Вроде. Была 90 и нулевая пленка. Вот нулевая самая сильная была. Вот только 90 есть. А, и мы убегаем, да? Я думал, драться будем. Да, на нее даже ничего не реагирует. Просто бежим. Ну, сила подачи даже не заливается просто. Все, она так быстро отстала. Еще пленка 90. А только в какую сторону идти? А, ну все. Ходов тут не особо. Первобытный проход Рагетс. На острове Рагетс есть пещера, называемая первобытным проходом. То есть, где вот мы сейчас бегаем, наверное, так. Эта пещера была местом обучения для дев с тех пор, как Бьякуя, будучи наместником сосудов, который держит связь с Луной, имел видение в этой пещере во время своего обучения. Войдя в пещеру, куда не проникает свет, дева сохранила свою сущность, очистив свой разум от всего мирского, став пустой. Умерла и что-то там не могу прочитать. О. Так, они сзади. Здравствуйте. Сейчас главное пленку 90 не израсходовать. А то случайно можно ей долбануть. Че, все? Что ли, два выстрела? Что-то какой-то не это. Несложный дядька. Изучить. Голова статуи покрыта амулетами. Позади этой тоже есть еще одна статуя. К чему бы это? Ладно, все, пошли в тот коридор. Ну, сейчас здесь про эту в этой пещере рассказывается. Чем она отличается от той, что была. То есть у них же там как-то есть два ритуала. Один типа для показательных выступлений, скажем так, для туристов. Один был, который прям вообще лютый-лютый. Который всем, прям всех собирал этих призраков там и так далее. Так. А, ну все, тут тупик. Ай, раз. Два. Забираем.
Все из-за этой проклятой маски. Эта маска не принадлежит этому миру, она принадлежит другому месту. Что за беда? Маску привезли на этот остров? Это привело к дню спокойствия. Все живут, но становятся мертвыми. Вы обязательно должны не смотреть на это лицо. Ну-ка, иди сюда, мужик. А почему урона не было? А чё это с ним? Он-то урон не прошел по нему. Так, ты не дергайся. Вот раз. Сейчас бы не запутаться, куда идти. Но они специально, кстати, отвлекают этим самым. Узкие коридоры, призраки, ты крутишься в разные стороны и можешь очень легко потеряться. Ну, хотя тут я не знаю, в чем теряться, тут два коридора. Все. Отъехал. Дальше пошли. Сюда. Но все равно, я думаю, то, что мы тихонечко... Кто такая? Женщина в первобытном проходе. Тут же призрак. Ну, я не буду супер, да, тратить. Кстати, у этих теток жира много. Ну и чё, где-то? Алло? Вот она. Она вот за этой стенкой прям. Ну вот. Она за стенку смоталась. Так, давай тогда назад немножко пробежим. Эти вот, если это бегом можно назвать вообще. Бам. Только, ну еще разок надо ей также треснуть. Будет норм. Да ладно. Я призрака не добил, и он исчез. Это говорит о том, что если такая ситуация происходит, чаще всего ты будешь драться с этим призраком еще раз. Либо на этом же месте, либо чуть позже. Может, глюк какой-то, не знаю. Не подходи, оставь меня в покое. Ага, бежим, бежим. Но они прям четко куда-то меня ведут. Кстати. Там-то ее уже определенно ее не будет. Давай-ка посмотрим, что там есть. Там же есть еще один проход. К тому же еще какой-то секретик есть. На стенке. Может быть, за стенкой. Вот откуда она вылезла? Там есть что-то такое? Со статуей закрыто. О. Вот, во-первых. Вот это что-то полезно. Нулевая линза. Ну,
линза-то может и нулевая, так и качать ее нечем. У меня всего 5 камней. Камни почему-то перестали давать. За столько времени он 5 штук нашлось и все. Говорит, а там то, что тут либо всю игру, наверное, надо экономить эти камни, чтобы получить нужные тебе линзы и прокачать их сразу же. Жалко, что ты не можешь эти камни вытащить и перекачаться. Ну, ладно. Как бы 10 камней всего. Не знаю, просто вот эту нулевую линзу, ну может быть ты ее поставишь, а может быть она не очень будет сама по себе. Подожди. Да, у меня эта синяя палка, короче, она реагировала на предмет, который за стенкой. Все-таки хочу посмотреть, что это за линза. Так, вот это что? Он использует все доступные очки духа, чтобы сделать сверхмощный выстрел. Так, ну это мы точно оставляем на босса. Мощный выстрел просто, но низкий урон. Замедляет. Только при режиме видоискателя. Позволяет делать более мощные выстрелы в течение определенного времени при использовании. Но это время еще надо попасть. Нет. Более мощный снимок. Вот давай местами, наверное, да, этих ребят поменяем. Где это, которое замедляет? Вот так вот. Так, средний выстрел. Самый мощный. И вот... видоискатель замедляющий. Вот так. Прокачать. Ну, мне не хватает по-любому. Угу, вот это точно не качаем. Вот насчет этого я не уверен. Сверхмощный он сразу попался хорошим. Вот сюда бы я еще влил все камни, чтобы полностью прокачать. Ладно. Мне, наверное, уже такое количество камней просто не дадут. Хотя, кто знает, может быть они там как начнут насыпать в конце игры. Хроника Рагетсу Кагура. В сопровождении девушки, известной как Страж, я буду наблюдать за одним из самых важных фестивалей Кагура в стране и испытаю камеру обскура. Этот Рагетсу Кагура начинается как нежный танец, становится все более и более интенсивным. Говорят, что в кульминационный момент многие люди падают в обморок от опьяняющего возбуждения. Вау. А закусывать будут? А некоторые также страдают от известного состояния, как лунная жажда во времена Кагуры. Эта жажда луны может быть вызвана тем, что душа не возвращается полностью после того, как становится единым с духами во время транса, состояния Кагуры. Это также может быть вызвано тем, что душа возвращается, но изменилась. Поскольку стражи принадлежат к родословной легко одержимой духами, они проходят обучение до Кагуры. Я слышал легенды о хранителях, и они очень увлекательны. Говорят, что мертвым души живых кажутся сгустками шумов, называемых лунными звуками, которые у всех разные.
Полный звук становится выше, человек злится, дрожит, когда запутался, и становится ниже, когда грустит, но его музыка никогда не меняется. Однако, если человек страдает лунной жаждой, его лунный звук становится искаженным и сломанным. С учетом суеверий, идея о том, что люди созданы для музыки, привлекательна. В легендах о хранителях есть нечто большее. Сами девушки играют различные мелодии, чтобы сохранить правильные звуки луны. Эти мелодии не могут вылечить лунную жажду, но говорят, что они могут лечить различные условия. Могут лечить различные условия. Ну ладно. Идея о лечении болезни с помощью молитвы не является чем-то необычным, но даже в моих обширных исследованиях сверхъестественного я еще не слышал о прямом исцелении с помощью музыки. Хранительницы говорят, что они слышат мой лунный звук и что он приятный. Несмотря на то, что они говорят некоторые странные вещи, все жрицы имеют удивительно современное мышление. Они добрые, умные и красивые. Я бы очень хотел, чтобы они могли сопровождать меня к моему следующему пункту назначения. Ну, это записка фольклориста. Мне интересно, почему девчонок всего 5? Ну, если быть, ну, исходить из той теории, то, что нот всего 7... Они же не зря мне сейчас рассказывают про музыку. Ну ладно. Смотрим. Может быть, теория подтвердится. Подожди, а тут возле двери ничего нету? Нет. Дай-ка угадаем, мы обратно к поместью, что ли, идем? Это все очень похоже на тот самый отель. Походу, мы обратно в него вернулись. Но явно третьей локации тут не будет. Что-то скрипит где-то. Я думаю, надо приготовиться драться. Это лифт работает. Так, давай мы сейчас сначала вот сюда, да, вот сходим. Звук нарастает. Мы уже где-то близко. Посетителям Рагетсу Кагура. Рагетсу Кагура состоится сегодня вечером в храме лунного затмения. Пожалуйста, подойдите на сцену к 10 часам. Внимание, обратите внимание, что во время выступления дверь в храм будет опечатан. И никому не будет позволено ни входить, ни выходить. Ожидается, что затмение начнется около полуночи, после чего покинуть свое место будет строго запрещено. Кроме того, все те, кто хочет посмотреть Кагуру, должны получить маску в храме Сюген. И носите ее все время, ну... Короче, во время выступления носить. Оп, девчоночки. Блин, опять зеленую потратил. Что там? Органы входящие. Почему они участников ритуала органами называют? Может, это трудности перевода? Так, давай-ка сохранимся. Что можно купить? Я думаю, пленки надо зеленой на всех. Вот прям максимально. Вот этих парочку еще. Все, и сохраняемся. Сейчас драка будет по-любому с кем-то. Это шум, доносящийся из двери. Я слышал его раньше. Подожди, это не там, где батя у нас маски точит? Сейчас я туда обязательно зайду, но сначала давай-ка посмотрим, что это такое впереди у нас. Ага.
Сюда нам позже. А, ну все равно тут тупик. При всем желании не пройти. Но что-то есть. Только непонятно где. На полу, может, по классике. На стенах. Тоже нет. Не знаю, какой-то предмет. Он может быть за стенкой вообще. Вот он там. Мне туда не добраться никак. Мне бы длинную руку. Хотя бы одну. Мне кажется, это все-таки лифт работает. Вообще улица. Ну вот это вот, по-моему, арена как раз для туристов. А там, где мы были, это уже для тех, кто, ну, оккультизмом вообще занимается. Это сцена, где проходил танец Кагура. Исследуйте сцену танца Кагуры. Подожди. Тут желательно все ступеньки вот так вот вдоль бежать, чтобы найти что-нибудь полезное. Да нету ничего. Ладно. Что же. Либо мне в самый центр туда вот надо спуститься. Либо к камере подойти. А тут вообще стена невидимая. Балдеж. Короче, мне туда в центр нужен. Прикольно то, что разработчики уже давно не хотят даже запариваться с объяснением стен вот этих невидимых. Вот девочка стоит, и тогда тоже девочка стояла, но кто из них кто-то, непонятно. Вот, они тут все вырубаются. Она расцвела, говорит. По идее, она должна встать и перебить весь остров. А какой звук противный. А, уже все, да, уже деремся. О, давайте вот так вот. В группке. Вот так, бам. Сколько человеком прилетело. Ой, затанцевали меня. Эй-эй-эй, отпусти. Что-то много тут. Ладно, надо драться. Хотя бы по чуть-чуть, но мы поснимаем сейчас на них здоровье. Давай, 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 отпускай. В принципе, мне должно всего хватить. Пойдем в центр.
Главное, чтобы она маленьких не поднимала. Вот это вот тетя. Эй. А как? Почему камеру не достает? Вот, теперь достает. Я думаю, что все-таки мне надо ее сначала убить. Попал. Ну все-таки маленький-то, да ладно. Я думаю, без нее они не работают. Блин. Сложно. Их много тут. Не дает он целиться. И эти грызут постоянно. Не знаю, сильно ей ударил, нет? Вот это потом фреймы были. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай еще. По-моему, с малых надо получать потом фреймы и вот набивать силу удара для нее. Да, блин, но они не дают сосредоточиться. Ведь атакуют со всех сторон. Я думаю, что дети мелкие все-таки будут бесконечные. Давай, отпусти. Где большая? Ну, полите. Она раз в сторону. Дай хоть так ее как-то лупить. Больше вариантов что-то нету. Двоих? Вроде двоих. Пока вот одного убегаешь, призрак, а тебе и другой ловит. Нет, и маленьких бесполезно бить. Надо вот этот. Хотя бы так. По чуть-чуть. Так, давай, лечимся. Ру-ру-ру-ру-рун. Это мы все остальное потом докупим. Ничего страшного. Пойдет. Давай, ей чуть-чуть осталось. Кстати, когда вот она кружится начинает, по-моему, есть резон
бежим. Есть резон по ней треснуть, когда она крутиться начинает. Так, а и они уже спереди? Нет. Не то, вот это давай. Она подохла меня. Прям по-любому у нее по чуть-чуть здоровья еще есть. Так, давай еще травы сожрем. Я почти 20 единиц травы на нее потратил. Так, это все маленькие, да? Ну давай. Оп. Групповое фото. Сейчас пойдет. И давай, 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 давай. Оп. Я думал, маленькие будут появляться без конца просто. Такое уже было. Пойдет. Ну да, осталось чуть-чуть. Так, я уже запутался на ступеньках куда-то там. Стою, что-то фотографирую. Давай в центр. В центре хотя бы можно отходить. Давай. Давай так вот по ней трещину. Сразу до свидания. 25 тысяч пол. Че, где она? Ладно, еще не добил. Много здоровья на этого босса ушло. Не совсем понятно, если она была одна из тех пятерых, которые стоят маленькие девчонки, то она что, получается, сейчас сама себя фотографировала, что ли? Меня забрали. Забрали во время Кагуры в тот день. Ага. Она в толпе стояла. Но ее не просто так забрали. Здесь, внизу. Глубоко, глубоко вниз. Так глубоко. В каку говорит. Еще один ритуал. И она была пятым. Исследуйте здание внутри. Какое здание? Пришел я, получается. Вот с этой двери. Еще есть вон там дверь. Да, пойдем посмотрим. Но не факт, что там будет что-то пройти, зайти. Хотя там как раз и должно быть тот шарик, который я забрать не мог. Да, вот здесь сейчас до конца добежим, потом в дверь. Смотри-ка, такая драка была с боссом, и вообще ничего нет. Вообще ничего не дали.
Сейчас надо будет через комнату сохранения, ну, в смысле, эту... Пройти через фонарик, купить что-нибудь себе пожрать. Вот тот самый шарик, который я подобрать не мог. Вот нулевая пленка, отлично. Вот она крутая самая. Вообще финальные боссы в серии игр Fatal Frame лупятся как раз вот пленкой либо 90, либо нулевой пленкой. Всегда так было. Так, теперь мы что получается? Будем спускаться все время вниз? Что-то есть где-то. Где-то вот тут. О. Бля, ну сколько раз, правда, я светил в этот угол, и все равно не это. С пятого раза только. 30 камней сразу же. Балдеж. Давай качаться. Да, ну максимальную мощность, да-да-да, давай. 70, нихера себе. Дороговато. По-моему, вот у этой вот, как ее тут? У руки Миназуки самая дорогая прокачка, по-моему. Самая лайтовая там мужика была. Орган для обряда спуска. Самая лайтовая там мужика фонарь. Прокачивается, потому что, ну, он тебе по факту самый мощный дается. Надень эту маску. Какой я кадр использовал? А, ну фух. Синенькую. Это был отец. Давай-ка вот такую поставим. А прикинь бы сейчас нулевую бы треснул. Вот была обида. Так, ну тут еще есть спуск один. И тут какой-то предмет. Вот уроды. О, у меня сколько лун появилось. Ну где тетя? Вон она. Так, треснул. Тысяча урона у меня. Неплохо. Ну и чё, где она? А, вот оно. Так, надо опять лечиться. Что могу сказать? Дай-ка мы заряженным треснем и ударом. Вы наверняка. Еще разок надо ей бахнуть, я думаю, хватит. Она где-то в углу. А нет. Висит. Все, отлетела тетя.
Я же запутался. Так, здесь у нас она сказала отец, там что-то такое, да? А вот там тогда что за проход? Спускался я вот с этой стороны. Вот какой-то проход. Ладно. Давай сначала здесь сходим, а потом будем не спускаться. Все-таки, мне кажется, по сюжету они как-то вот меня ведут насчет вот этого ритуала там и так далее. Но странно, я, по идее, только что оттуда. Коридор в коридоре. Серьезно. Блин, тогда значит там тупиковый коридор. Ладно. Давай тогда там проверим ту лестницу. Спустимся вниз. Упремся куда-нибудь. Вернемся обратно сюда. Может, что-то это коридоры, по-моему, концов не имеют. Ну, перебирай быстрее своими копытами, но, блин, как он долго бегает здесь, а? Ну, вот эта дверь. Закрыта? И она открыта. Очень интересно. Это зеркальный пол деревянный. Серьезно? Это головоломка. Давай, оп. Забираем. Здесь они вступают в церемониальную стадию. Сосуд и органы должны занять свои места, надеть маски, услышать лунные звуки и стать единым целым со своими масками. Лунные звуки должны звучать на алтаре. Только те, кто стал единым целым с масками, могут войти от алтаря в храм Цепуйоми достойным образом, как подобает. Ага. Мы должны, короче говоря, какие-то звуки услышать или что-то такое. Напялить маску, и тогда будет все работать. Интересная игра. А ничего-то, что тут как бы одна большая маска на всех, по-моему. Прям по центру. Ладно. Пойдем вот туда, посмотрим, что на алтаре. Это головоломка. Сюда на алтаре какая-то панель. Знатный воздух доносится из-за алтаря. И все. Если я не ошибаюсь, тут надо что-то сюда поставить. А это что-то мы, наверное, должны найти уже там, этажом ниже. Или выше. Выше. Но все равно комната такая по звуку неприятная. Что-то скрипит, трещит. Тут вообще в целом звуковых комнат приятных мало. Постоянно какие-то тревожные звуки. Ну, не знаю, такое. Очень сильно напрягает местами. Но я помню то, что вот я когда пятнашки эти решал, у меня чуть колпак не слетел, серьезно. Когда решаешь эти пятнашки, еще девочка какая-то маленькая тебе на ухо шепчет. Причем только в одно ухо. Я думаю, лишусь рассудка. Тут
Тут опять коридор делится на две части, да? Хорошо, хоть не на три. Давай сюда зайдем. Кто? Девушка, испытывающая боль на алтаре. А, ну вот, как она крутилась на этом. Исследуйте внутреннюю комнату теперь. Это и есть внутренняя комната? Пока не совсем понятно, что надо исследовать. Ну, изучить алтарь отцеплен своими церемониальными веревками. А мне что, туда уже не надо, что ли? Не пойму. Оп. Маска сосуда должна иметь внутри лицо, снятое с умершего человека, который не распускается. Это лицо, помещенное в храм Сюген, должно купаться в свете луны в течение одной ночи. В комнате мастера масок лицо счищают с тела умершего, а затем дубят. Все это время на него должен светить свет луны. Жесть какая. Тут что-то еще, походу, есть. Пленки насыпали. А это еще одна дверь. Сколько же их тут? Ой, закрыто хоть, слава богу. Отец всегда был там. Так он только маски делал, он же ни с кого лица не снимал. Отец? Подожди, дай-ка угадаю, мы сейчас с папашей будем драться. Не открывается. Батя заперся изнутри. Ну и ладно. Не хочет, как хочет. Надо будет откроет. У нас еще отсюда есть выход. Еще по прямой коридор. Все равно, мне кажется, надо в конечном итоге в алтарь туда. Я должен подготовить маски. Сой возвращается из храма. Папашка-то у нас... запаренный был насчет масок. Сохраниться бы не мешало вообще. Где появилась? Вот он, шарик. Так, раз, два, три. Еще 30 камней. Блин, а до следующей своей комнаты сколько идти-то, непонятно. В принципе, у меня там еще несколько этих есть. Как его? Священной воды, там зеркало, по-моему, еще есть. Но если такие же девицы попадутся, которые грызут тебя каждые 2 секунды за ноги, то будет трудно. Скример.
Это место. Это мой дом. Главы конец. Не знаю, сколько они будут по продолжительности. Еще две главы осталось. Вот это 10-я сейчас будет. Всего 12. Их использовал в качестве подобных директор... подопытных директор Шигета Хайбара с какой-то неизвестной целью. Сын Шигета Йо также был причастен к этим преступлениям. Но почему Шигета был так одержим идеей найти лекарство от синдрома лунного света? На данный момент самой большой подсказкой является церемония Рагетсу Кагура. Поскольку Кагура была причиной синдрома лунного света, у многих пациентов Хайбара лишь верили, что в ее масках и музыке кроется ключ к излечению. Ясно, понятно. О! Чеширо Киришима. Давай, Чеширо. О, кстати, комната художника. А мы что, прям тут остановились? Тревожная картина. Женщина с лицом. Подожди. Я как-то что-то припоминаю, то, что какой-то ключик подбирал. Вот откуда он может быть? Или это не за него, играя? Давай вот это вот откроем. Шарик возьмем, точнее. Видением продолжает приносить мне все больше и больше шедевров, и с тех пор, как я пришел в зал Рагетсу, они только усилили красоту своей завершенности. Например, возьмем мою статью под названием «Пять девушек, ищущих свет». В ней изображены наивные и глупые девушки, вызывающие помощь, но не замечающие своего преступления. Смесь надежды и отчаяния. Вес задачи, которой они обременены. Такие красивые девушки. Это произведение действительно можно назвать воплощением моих видений. И теперь видения бесконечно растекаются перед моими глазами. И тогда ничего. Эти видения – цветы спасения. Да, они приносят спасение, которого мы ждали. Мы все будем спасены нашими собственными уничтожением. Яркое ослепительное уничтожение расцветет над этим островом. Вся грязь и грязь расцветут. Остановитесь и посмотрите на женщину-цветок. Взгляните на ее лицо, наполненное красотой уничтожения. Лицо без лица, цветок уничтожения. Приходите, приходи, приходи. Ясно, понятно. В общем, нам надо это надо дело сфоткать. Только не так, а вот так. Нет. Вот это? Ага. Ну и чего? О, наконец, с третьего раза. Надо, чтобы синим оно загорелось, надо запомнить. О, я знаю это место. Что-то появилось на фотографии. Исследуйте место фотографии. Через 2 года после последнего фестиваля я пришел сюда в погоне за Хайбарой. Я видел ту женщину, я не могу вспомнить, что было потом. Ну, я знаю, кстати, куда идти. Только я не совсем помню, на каком этаже даже. Ну надо вниз, на второй, а на первый, почему? Кто где? Моя говорит, дорогая сестра. Да быстрей. Лёхана, просрал я призрака. Ну минус 500 или 1000. Делов-то. Денег у нас 230 тысяч, так что...
Здесь комната с багом. Дальше. Ну, я думаю, если сейчас позволят, то мы на лифте доедем, да и все. Давай, сразу на первый. Оп. А я был, получается, на третьем этаже. Я вот в упор не помню, что у нас на четвертом вообще творится. А, на четвертом там это, для особо буйных. Я понял. Так, 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 на улицу мы можем попасть. Вот здесь, по-моему, ворота будут. Или дальше. Вот это? Нет, не то. Дальше. Это может быть проход. Да, это он. Вот только что конкретно тут надо исследовать. Это люди, кто ходит, кто сидит, лежит. Не, ну тут в основном кто-то лежит, либо ходит. Он снова увидел танцовщицу, короче, и у нее того самого крыша поехала. Это чувство. Не смотри. На этот раз я не думал, что смогу просто убежать. А что, сразу с драки, да, начинаем? Обыщите место, откуда пришла женщина в красном. И все, это вся драка. Что-то на босса это не очень похоже. Молодые ветра задувает прям. Ну, что тут обыскивать? Я тут был. Тут у нас этот запускается электричество. Что тут? Что-то дыра какая-то в полу. Что-то есть. Что-то где-то тут. Оп, оп. Кассета опять, понятно. Мне как-то уже записок достаточно. Так, здесь у нас коридор на ТТТ. Да, вот сюда проход есть еще. А там, по идее, все, подъем наверх и первый этаж сразу же.
Что-то есть. Как долго я должен сидеть здесь, наблюдая за дверью? Я сижу здесь, а она все это время спит там. Как она вообще может быть жива в таком состоянии? Я думаю, однажды она проснется, и дверь откроется. Дверь. Здрасте. А я еще предмет-то не-то подобрал. А ее нет. Ладно, давай тогда предмет подберем. Ну, не знаю почему, но ее нету. Читать я его, конечно же, не буду. А чё, где драка-то? Мне сюда надо? Так, ну хотя бы тишина. Ну, закрыт. Вот эту вот волшебную комнатку прям... Вот чувствую, что оставили на последнюю главу. Вот прям на финал ее оставили. Хотя, по идее, они, скорее всего, взаимосвязаны между собой. Ну, тут как бы все, больше тут делать нечего. Звуки противные. Давай выходим отсюда. Шум есть? Движения нет. Никакой тетки нет. Это выход на первый этаж. В смысле отперли дверь? По-моему, тут всегда было не закрыто. Ну и чего, дальше-то? Обыщите место, откуда пришла женщина в красном. Не знаю, может быть, я что-то не нашел. Так мы, наверное, на перерыв сходим. Вот что думаю. Сейчас, через 3 минуты подойду. Thank you.
Так. Поехали еще раз посмотрим там. Начать-то. Пошли сюда, сходи. Может, чуть-чуть курить? Там же нет ничего. Не надо, давай попробуем вернуться. В унитазе. Ну как бы и все, и тут подъем сразу. Что-то есть тут. Вот только где? Это шарик. Пять камней. Пять камней, конечно, это хорошо, но и-то куда? Либо какой-то... Что-то еще есть. Либо какой-то скрипт не запускается. Подожди. На стенке? Нет. А где то, что светится? Вот он. Что это такое? Камней накинули. Ну, камни мы, наверное, пожалуй, девчонкам оставим, да? Оставим. Все равно это линза замедления, но такое, как бы, она не особо мне нужна. Задание: обыщите место, откуда пришла женщина в красном. Но я там проходил уже много раз. Что надо, не пойму. Короче, я заблудился, либо потерял нить повествования. В эту комнату заходишь, только шум один и все. Ну, давай попробуем еще раз тут дверь дернуть, но...
именно по звуку тут неприятно находиться. Но тут вообще просто больше ничего не происходит. Ну, классика, закрыто. Не знаю, пойдем по первому этажу погуляем. Больше вариантов нет. О, подожди, люк открылся. Так, так. Только что люк был закрыт. Не то. Что-то в этой комнате должно произойти. Попробуем зайти и выйти еще раз. Звук там мерзкий в этой комнате, а? Громкий просто. Так-то вроде ничего. Я думаю, что все-таки дело вот в этом. В люке, который на полу. Он то закрытый, то открытый. Как это работает? Ну, а пойдем наверх. Еще какой-нибудь очередной баг. Да нет, у меня, в принципе, игра бы просто вылетела. Давай, короче, пробежимся просто по первому этажу. Попробуем еще раз в подвал спуститься. Может быть, игра сообразит то, что... Кстати, по-моему, в этот люк можно попасть, если ты вот здесь проходишь. Ну, это не точно. Так, походу мы на верном пути. Женщина, что вы так к ногам-то бросаетесь? Так. Это все. Будем надеяться, что игра меня сейчас не наказывала за то, что я потерялся между
комнатами. И вроде как правильно иду. Ну, по-моему, вот этот люк, он как раз ведет тебя туда. Только вниз, хотя... Просто, короче, будем бегать, пока что-нибудь не произойдет. Пока планов никаких. Надо вспомнить то, что как у меня девчонка-то нашла. Она же спустилась в этот люк, по-моему. Потом оказалась... Где только, я не помню. Вроде вот эта комната должна быть открытой. Вот здесь то, что было закрыто всегда. Дверь должна быть это открытой. Ход на улицу и ход на кладбище вообще. Да, давай пробежимся. Ничего себе, он долбанул ей на 10 000. А чё, я, может быть, правильно иду, если призраки появляются? Хотя зачем мне сюда опять идти? Но здесь, помню, призраки появлялись просто бесконечно. Я тут 1200, по-моему, с чем-то заработал. Или 400, ну короче, большую сумму какую-то настрелял. Так, тут их уже трое, да? Да, вот вопрос, верно ли я иду. Так-то, в принципе, драться с ними несложно. Просто имеет ли это смысл вообще? Здесь они будут, я думаю, бесконечно появляться просто. Это у них прям место такое. Одного удара вообще. Все. Искать тут нечего. Так, и призраков больше нет. Неудивительно. Ладно, пойдем потихоньку назад.
Сейчас мы за этого детектива денег заработаем, и потом просто будут лишняя валюта для девчонок. За них как-никак еще две головы трудиться. Там у одной лечилок мало. Я думаю, что вернуться обратно в этот особняк, что ли, или тут еще побегать. Обыщите место, откуда пришла женщина. Откуда она пришла? Не знаю, мне кажется, просто скрипт какой-то не запускается и все. Сдается мне, он должен в эту дырку в полу падать. Которая не работает. Опа. Это что-то новенькое. А, ну тут начало игры же было. Точно, точно. Ничего он тут не найдет. Хоть бы показали кем-нибудь. Поехали, Глэн. По-моему, мы сейчас должны приехать там, где ритуал должен проходить. Вдруг эта дырка туда ведет. Это морг. Блин, это же все старые локации. Был я тут. Опять тут синяя эта штука горит, но ее не взять. Здесь у нас проход в шахту, да, по-моему, где-то тут был. Вот тут. Какая шикардосная штука. Они умирают с двух ударов вообще. Но это скорее игра наказывает за то, что ты не понимаешь, что делать. Поэтому падают призраки легкие часто.
Ну и вот туда подъем. Не знаю, будет работать, нет, вход этот. Не будет. Не знаю, пойдем назад. Больше вариантов нет. Потерялась я. Ну, кстати, таким образом, да, получается, я выберусь только с другой стороны. Я заходил с одной, я сейчас выберусь с другой, получается. Так что, норм. Было бы верно, появлялись бы призраки сопровождающие. Или какой-нибудь бы босс запустился. Все-таки голова-то предпоследняя. А тут что-то как-то есть дырка в полу, и все, и она не работает. Может, я что-то неправильно делал? Пойдем назад сходим. Посмотрим, может быть, этот люк ожил. Работает. Вообще не факт. По идее, там что, там тетка, значит, у нас появилась. Я подошел к записке, по-моему, да? Или нет? И она раз пропала, и больше ее не было вообще. Теперь шум есть, тёлки нет. Может, она как-нибудь по скрипту может появиться, я не знаю. Не работает. А может, и дело не в люке. Не знаю. Может, по карте будет понятно, куда ведет этот люк.
теперь он закрыт. Как это работает? Люк то открывается, то закрывается. Ну, что-то удивительное. Так. Очень странно, иногда этот люк открывается, иногда нет. Но тем не менее, все равно никаких взаимодействий с ним делать нельзя. Как-то это, по-моему, все похоже на глюк игры. Да вот у нас такие порты замечательные делают. Мне кажется, если сейчас мимо пробежать, то этот люк будет, наверное, открыт. Наверное. Но это не точно. Так, там я только что был. Поищите место, откуда пришла женщина в красном. Слушай. А че, если сфотографировать выход на улицу? Попробуем. Главата с того началась, то что я сфоткал на полу картину, правильно, и она мне выдала вот это место. Потом сразу же баба пришла. Как вариант, это место можно сфотографировать с балкона, вот с этого. Сейчас попробуем навести, короче говоря, на этот, как его, на люк, который орёт. Если нет, поднимемся наверх, посмотрим ракурс с балкона. Может быть, они именно этого хотят от меня, но... Я вообще не уверен. Thank you.
Даже и близко ничего такого. Не знаю, походу надо читать, как пройти этот момент, потому что больше вариантов у меня нет. Это может быть глюк вполне. Я на второй этаж поднимусь, попробую залезть вот в этот балкон. Если он не работает, как вариант, можно будет загрузить то же самое сохранение. Я вот не помню, у меня глава есть записанная. Вроде была. И попробовать еще раз этот момент пройти. Скорее всего, это глюк какой-то. Ну вот это место. Толку никакого. Ладно. Так. Попробуем. Что по заданию? Задание-то тоже. Слушай, там есть такое начать главу. Жалко, нет такого, что начать главу сначала. Не меняется. Вот иногда люк открывается, иногда нет. Теперь он открыт. И есть вот эта синяя штука. А что изменилось-то после этого?
Это бред какой-то вообще. Какая-то женщина под полом, ну и что? Это же ничего не дает, не дает вообще. Может, назад художнику сбегать. Не знаю, по-моему, в этом смысла никакого. Ты просто гуляешь туда-сюда. Полезно. Либо что-то не запускается. Либо я что-то делаю неверно. Сейчас, в общем, если у художника ничего, тогда закруглимся. Я почитаю, что же все-таки надо сделать. И на следующем стриме уже допройдем. Уже до конца игру. Но ничего не поменялось. Можно часами бегать. Ладно. Будем выяснять, в чем проблема. Может быть, это глюк игры, может быть, это мое непонимание сюжета. Не знаю. Ладно. Вам спасибо за просмотр. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.